Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. И в этом видео я хочу показать вам очень легкий трюк, который сможет повторить абсолютно любой человек с абсолютно любой колодой карт. Итак, смотри. Значит, я сейчас картишки вот так вот раскину здесь. А твоя задача просто вытягивать те карты, которые я тебе буду называть. Начнем. Как я узнаю? Ну, ты просто выбираешь любую и вытягиваешь. Но только смотреть ее пока не надо. Давай начнем с четверки пик. Вот как, да? Вот это. Да. Сейчас проверю. Да, реально четверка пик. Ничего себе. Теперь давай семерку черви. Вот это, да? Действительно, семерка черви. Ты меня не обманываешь? Нет. Давай теперь джокера вытянешь. Ну, пусть вот это будет. Вот это точно, да? Сейчас я проверю. А то вдруг у тебя не получилось. Нет, смотри, вышло. Ну, раз уж мы начали с четверок, четверкой и закончим. Четверку Буби я возьму сам. Ну, пускай это будет вот эта, к примеру, карта. Итак. Утки идут. Итак, ты помнишь карты, которые я просил тебя достать? Почти. Ну, давай, назови, какие помнишь хотя бы. Четверку пик. Джокер. Семерка какая-то была. Черви. Ага. И закончили мы. Четверкой начинали? Да, закончили. Буби. Вот такой вот трюк.